Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю записывать для вас самые прикольные житейские хитрости, советы и фишки для вашего дома. Как облегчить свои страдания при термическом ожоге? Есть много способов, я расскажу вам об одном из них. Итак, берем холодную ледяную воду в пиалку или в глубокую тарелку и добавляем в эту воду 3-4 чайные ложки соды. Потом берем марлевую тряпочку или чистое полотенце и хорошо промакиваем в этой воде. И в таком виде это полотенце прикладываем к месту ожога. Постоянно охлаждаем эту полотняную марлевую тряпку и заново еще раз прикладываем, пока жжение не уменьшится или вообще не прекратится. Сода очень хорошо помогает при ожогах. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. Всем удачи и до новых встреч на моем канале.